Обратите внимание, это платье Алессандра. Темный синий сапфировый цвет выбирает наша Ирочка. У нее 48 размер. И наша модель выбирает на размер больше. Обратите внимание, именно поэтому платье очень свободно струится по ее фигуре. Но а наша Лали выбирает сегодня изумрудный цвет. Наверное, под ее глаза. Я хочу обратить внимание на то, что у наших моделей совершенно различный размер, тип фигуры. Итак, Лали носит 54 и выбирает 54. Но какой стройный силуэт! Какой эффект! Хочется смотреть на наших девочек и говорить: вау! А какой эффект будете производить вы, когда ваша фигура подчеркнется, когда линии женского тела станут плавными? Ой, Арина, это мечта каждой женщины. Я сейчас вижу ваши восторженные взгляды. Давайте познакомим вас еще с двумя цветами. Итак, классический черный цвет сейчас держу я в руках и горький шоколад. Обратите внимание, если в вашем гардеробе и так уже достаточно места темным оттенкам, я все-таки рекомендую, как ваш персональный стилист, выберите для себя яркое пятно, и вы почувствуете, как вы преображаете и как все вокруг будет смотреться совершенно по-другому. Порадуйте себя. Свет, а что у нас здесь за рукав? С одной стороны, он напоминает летучую мышь, но это все-таки другое что-то. Действительно, я расскажу, в чем секрет нашего рукава. Летучая мышь обычно идет от зоны низа, где заканчивается изделие. И вот сколько места мы с вами сэкономили. Вот он, стройный силуэт. Но при этом мы чувствуем свободу. Я сейчас хочу продемонстрировать вам это на девочке, чтобы вы это увидели, как платье сидит на них. И ради демонстрирует вам действительно стройный силуэт, но за счет верха наша фигура становится более пропорциональной, и вы чувствуете себя свободными и защищенными. Свет, как мы сегодня выбираем свой размер? Если у нас пышные формы, пышный бюст, какой нам вариант подойдет? Обращаю ваше внимание, что если верхняя часть вашего тела более массивна, выберите, пожалуйста, на размер больше. И обратите внимание на юбку-карандаш. Эффект 2 в 1.